Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Fallout 76, и это говно зависло. Короче говоря, мы здесь последний раз остановились. А в итоге я загрузился, и какого хера? Было написано: прослушайте, мать твою, голосовое сообщение от смотрительницы. Но мы уже его слушали. И второго варианта просто не было, чтобы прослушать. Короче говоря, мне пришлось, блять, по новой начать все. Итак, я встретил каких-то, блин, горелых, когда сюда шел. И теперь у меня появилось задание «Найдите, откуда они лезут». Короче говоря, пойдем найдем смотрительницу сначала, а потом уже горелых. С горелыми я встречался, дал одному пиздюлей. Но он, правда, в меня какой-то херней стрелял. Но это не суть. Суть в том, что это говно зависло. Ладно, хрен с ним. Зависло так зависло. Пошли дальше. Так, блядь, стрельба какая-то. Что это такое? Иди ты нахуй! Ёб твою мать! С топорами! Блядь, горелые твари! Да-да-да-да-да-да-да, расстреляй их нахуй. Все. Вот, короче, это говно на меня напало, ты понимаешь? Блять, сколько их. Убей его, убей, убей, убей. Спасибо тебе большое. Хиромантия. У-у-у. Да тут целый взвод. Кто, блядь? Что ж такое-то? А почему они меня не защищают? Ты, блядь, жестянка, тостер ты сраный, сдохни. Сдохни, тостер. Да иди ты нахер. Короче, вообще какая-то засада. Надо, наверное, что-нибудь сожрать. Подожди, блядь. Подожди. Враждебный мир, ты понимаешь? Очень враждебный мир. Что здесь нужно? Не взять, ничего нельзя. Так, ладно. Надо что-нибудь схавать. Так, изменить, что у меня есть. Что у меня есть? Водка у меня есть. Фаршированные яйца ням-ням. Ну давай, ням-ням. Блять, они радиоактивные. Ладно, хрен с ним. Давай посмотрим, что еще есть ням-ням. Так, и что же у меня еще ням-ням есть? Очищенная вода, это ням-ням-ням. Так, стимулятор, цветок, цветы жрать не будем. Надо было, наверное, что-то приготовить. Блять, собаки. Привет, собачка. Ты знаешь, это, по-моему, кемп какого-то из игрока. Может быть, все можно приготовить здесь, пожрать, наверное. Изготовить, разобрать, изготовить нет. А у него жрачку можно готовить здесь? Да, странно, нельзя. Ладно, хрен с ним, пошли дальше. Кто-то построил здесь прямо кемп. Так, ну мне нужно найти смотрительницу, мне на все пофигу. На самом деле нужно, конечно, приготовить пожрать, но... Негде, негде. Возвращаться в эту херню я не буду. Где-нибудь, блядь, опять собаки. Да что вас, блядь, ты понимаешь, сколько вас? Иди нахер, иди нахер. Плохая, блядь, собачка. Плохая собачка. Плохая, говорю, блядь, собака. Банч, бля, укусил меня. Собака, сука. Вот еще одна. Слушай, если пойдет такими темпами, то я скоро сдохну. Но я не хочу сдыхать пока. Пока не хочу. Пока ничего не сделал, а уже можно сдохнуть. Ну ладно. Наверное, все-таки нужно со жрачкой решить дела как-то. Ладно, пойдем дальше. Так, а где? Ага, так, недалеко осталось, я так понимаю, до смотрительницы.
Ну, что-то мне подсказывает, что смотрительницы мы не найдем, там, скорее всего, какая-нибудь лабуда будет. О, смотри. Еще одни Теслы валяются. Прям, блядь, с неба свалились. Вот так вот запускать всякое говно в космос. Че это? Не, дойдем до маркера. 100 метров до маркера, и там уже решим, что делать дальше. А Флетвудс. Ну и отличненько. Наконец-то мы добрались до Флетвудса. Меня, конечно, напрягают эти гориллы. У меня есть ствол, но пока подождем. Пока подождем. Так, вот мне сюда. Отлично. Может, тут есть хавка какая-нибудь? Так. А журнал смотрительницы город Флетвудс. О, боже, здесь никого нет. Старая таверна, церковь, там прятались люди, но теперь их здесь нет. Да это понятно. Мы ожидали появления мутаций, но помимо них есть что-то еще. Какая-то болезнь. На меня напал, ну, раньше это был, конечно, человек. Он был весь покрыт зеленой, светящейся сыпью, и его голос злой. Злой, короче, и плохой, понятно. А выйти, изготовить ничего не могу. Случилось что-то, чего мы даже не предполагали, а мы предполагали много чего. Так, и чё? Они называли себя спасателями, похоже, это были пожарные, полицейские и врачи скорой помощи. Теперь мы называем это Великой войной. Она длилась недолго, а жизнь была тяжелая. Вы слушаете рассказы выживших. Какие нахуй рассказы выживших? 20 метров, подожди. Я из Чарльстона, так что мне было легко к ним присоединиться. Я на что-то нажал, походу. Так. Бля, ни хрена... Чувак, нифига тебя здесь зазеленило. Труп спасателя. Так, там кто-то ходит. Зарегистрируйтесь в качестве волонтера. Ну, давай зарегистрируемся в качестве волонтера. Регистрация здесь. Так. Добро пожаловать, волонтер. Идет передача курса на внешнее устройство. Готово. За дальнейшими инструкциями обращайтесь к спасателю Киши Макдермот. Найдите Кишу Макдермонт. Так, секунду. А, здесь нужно найти. Киша. О, нашел, и чё? Так, жажда превыше всего. Поискать... Да чтоб тебя. Отправиться искать Кишу в ближайшей реке. Пошли поищем Кишу. Бля, там стрельба опять, мать твою. Так, подожди, мне нужно все-таки ствол, наверное, взять. Кто-то там, блядь, стреляет прям вовсю. Так, 40 метров. Хорошо. Как эту херню заткнуть, интересно? Найдите ее у реки. Да тут нет никого у реки. Это я точно могу сказать. Она, сука, радиоактивная. А, вот она. Валяется. Это Киша, что ли? Была когда-то Кишей. Забрать у Киши анализатор воды. Жажда превыше всего. Ну, так я забрал, наверное. А, взять образцы воды. Так, собрать. Бля, она радиоактивная, мать твою. Когда упали бомбы, я была в Ватоге, занималась проведением ежегодной выставки школьных научных сраных проектов. Да мне насрать, что там произошло. Я искала пищу, отбивалась от тех, кто сошел с ума. В общем, все было плохо. И чё?
Я нашла пару детей из нашей школы, их родители погибли. По-моему, я не туда пришел, по-моему, не туда, да? А, нет, что-то здесь тоже водичку надо собрать, да, собрать. Грязная вода добавлена. И что дальше? Выполнить анализ образцов воды в лаборатории Киши. И где это, блин, в лаборатории Киши? Горилла эти еще, мать твою, а? Веселуха полная. Давай посмотрим на... Блядь, как же ты меня уже начинаешь раздражать, продолжить игру. Раздражать уже начинаешь. Так, мне направо, хорошо. Своими разговорами это, конечно, жопа просто полная. Так, поэтому я вышла вперед и сказала, я сделаю анализатор уровня заражения, научу людей правильно кипятить воду. Я это и сделала, мать твою. Что, люди не умели воду кипятить? Вот странное, а? Мир становится лучше, но медленно. Да и насрать мне на этот мир на самом деле. Так, проанализировать воду. Использовать терминал. Хорошо. Так, проанализировать образец воды. Грязное, заражение высокое. Понял. Еще, у меня парочка, по-моему, была. Так, собрать древесину. Древесина у меня есть. Вскипятить воду. А где я ее должен кипятить? 40 метров. Хорошо, ладно. Наконец-то она заткнулась. Чё там, блин, кто стреляет, я не понимаю. Так, 17 метров где-то здесь. Ну-ка, да, я посмотрю здесь все. О, нифига себе. Всякой херни можно понабрать. Так, вскипятите воду, вскипятите... Тихо. Жрачка тухлая. Понятно. О, подожди, кухонный терминал. Ну-ка. Чё это такое? Войти. Суп из тошки. Из татошки. Так, что у нас такое? Обнаружены новые домашние рецепты. Да, информация о содержимом. Можно размещать холодную, также горячую пищу. Автоматизированная кладовая принимает только стейки из брамина. Другие виды пищи будут приниматься после выхода обновлений 0.2.0. Понятно. Провести диагностику. Да ты, блин, вообще проблемы. Короче, одни проблемы. Котлетки из татошки будем делать. Чел, по-моему, в тебя кто-то швырял ножи. Да, слушай, одни трупаки, вообще ничего больше нет. Взять стакан. Все возьмем, все заберем, все, что можно, потом все переделываем, перехерачиваем. Так, вот здесь можно вскипятить воду, отлично. Давай вскипятим воду. Так, кипяченая вода, отлично, давай. О, теперь я могу чай делать. Обалдеть. Не, водички надо поболее сделать. И чайку. Чайку обязательно. Чайку, отлично. Я не знаю, что он дает, конечно, но и хрен с ним. Так, пища. О, собачатину сейчас сделаем. Пища нужна нам. Нужно. Как, хоть собачачины пожрать. Так, все, выходим. Секундочку, надо же, наверное, что-нибудь захомячить. Мы же там собачку приготовили. Татошку. Жареный, о! Жрачка. Секундочку. И еще жевательная резинка. Запеченный дутень. Дутень. Заплесневевшая еда. Картофельные чипсы. Отлично. А сюда поставим кипячененькой водички. Тоже хорошо. Так, ну и, наверное,
ничего больше делать не будем, все, пошли. Так, мне нужно что сделать-то? Обратиться к киоску самообслуживания. А где он? По-моему, он где-то здесь, подожди. Киоск, киоск, киоск. Ну вот же он, правильно я понимаю? Так. Испытание пройдено. Да. Так, отыскать Делберта Уиттерса во Флетвудсе. Где он тут у нас? Делберт. Так, отлично. Припасы, кухня. Ага. Заведует кухней. Ну все, я нашел его. Метров. Где эта дохлая скотина? А где-то же 100% валяется. А это что такое? Музыкальный автомат. Понятно, музыки сегодня не будет. А, блин, хотел пожрать, не получилось. Портативный обед. Ладно. 40 метров. А где вообще мой ствол? Так, вы со мной тут, блин, не шутите, у меня ствол в руке. Если чё, нахрен отстрелю, по самой не балуйся. О, отверточки, о, ништяк, ништяк. Сколько же всякого говна для крафта. Ну, скорее всего, это просто лом, который... Стоп, можно потом разобрать. А, вот в этом трейлере жил Делберт. Что это такое? Все берем, все берем, все, все, все прям забираем. О, я же сказал, он тоже закрючился. А говорит преподобный Долберт Уинсон, родился я, вырос в этом самом городе, предоставил здание своей церкви спасателям. И что, видите ли, спасатели занимаются важным делом, помогают людям, попавшим в беду, по крайней мере, до тех пор, пока нас всех не заберут на небеса. Чё, когда все это произошло, я, как и многие, решил, что пришло время, что это конец, но оказалось, что-то не так. Короче, ладно, хрен с ним. Давай терминал посмотрим. А тренировка волонтеров. Отрезать кусок мяса от ближайшей коровы, жарить, пока жидкость не перестанет сочиться. Ай, блин, это вообще жесткач. Так, мне нужна корова, я так понимаю. Расписание ужинов, список дел. Стейк, 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 все. Стейк, стейк. Я начал терять веру, хоть и стыжусь признавать это, и поэтому решил записывать свои мысли. Я своими глазами видел, как гнев Господень, свет залил небо, и я было, что он пришел за мной. Так, спасатель, последний месяц. Ох, как много, много, много читать. Читать, 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 читать. Банды. Ладно, короче, выходим отсюда. А, приготовить стейк из брамина. А интересно, брамин-то это что? Я уже ловил, по-моему, эту тварь. Куда это не надо? Можно я здесь вылезу? Нет? Твою мать, а. А, так это ж коровка. Коровка. А, она сдохла уже. Зашибись. А ничего, что корова-то дохлая. Интересно, а вдруг, если я сожру, я сдохну? Тоже, как эта корова. Так, какая-то записочка. Бесплатные кулинарные уроки. Знаменитые палачи преподобного Уитца. Кукурузные лепешки ням-ням, крэп-бургеры. Мать твою, а. Куда я попал? По-моему, после... Так, все напитки. Секундочку. Стейк. Давай парочку. А, блядь, мясо одно только. Ну ладно, хрен с ним. Лечение, что еще? Простой чай.
Чай с грязноцветом. Какая вкуснятина. Хрен с ним. Все, я приготовил все. Обратитесь к киоску самообслуживания опять. Я думал, что Red Dead Redemption это нудная игра. Что нужно готовить постоянно еду и всякое дерьмо. Оказалось, нет, это еще не предел. Вот что. Здесь нужно все готовить, что-то забирать, крафтить. Так, что это такое? Читать. Так это опять ням-ням. О, не хочу я больше это читать. Опять обратитесь к киоску самообслуживания. Ну ладно, давай обратимся. Так, и что? Пройти подготовку. В базе данных спасателя. Обратитесь к киоску. Выполнено. Дальше что мне нужно делать? Ну, что делать-то мне нужно? Связаться со спасателем через базу данных. Да. 21 метр. Спокойно. То есть все-таки есть возможность связаться со спасателями. Ну-ка. Че за лажа? Так, запросы, наверное. Новый пациент. Не то. Войти. Гость. Или я волонтер. Ну-ка. Вот. Экстренная ситуация. Связаться со штабом штаб-квартиры спасателей. Соединение прервано. Осмотрите аэропорт Моргантауна. Огромная орда горелых начала движение. Должно быть, она направляется к нашей главной базе в аэропорту Моргантауна. Все сотрудники должны как можно скорее явиться в штаб. Берите с собой оружие, медикаменты. Мария Чавес. Ну, горелых я знаю, я уже видел их. Так, задание выполнено. Я, конечно, рад, что задание выполнено. Так, ну что, давай посмотрим, наверное, на карту. Так, события Орда Леса Горелая. Спокойно. Мне нужно осмотреть еще три локации, откуда лезут горелые. Я одну что, осмотрел, что ли? Ладно, давай, наверное, подойдем. Ух ты, ёпт, это же далеко как, а? Что туда пиздовать, что сюда пиздовать? Обалдеть. А вот и аэропорт как раз. Да, что-то мне все это не нравится. О, это еще один игрок, да? Понятно. Так, ну что я предлагаю? Можно переместиться-то? Лагерь смотрительницы. Нельзя переместиться. А сюда можно? Тоже нельзя. Ладно, хрен с ним, пошли. Сейчас мы опять на кого-нибудь наткнемся 100%. Тихо, по-моему, я здесь что-то видел. Не, это взять нельзя. Сколько ж... Чел, ты как вообще? Нормально? Софи и Йейтс. Видимо, не очень. Эта штука работает. Ну, класс, привет. Выжившие этой помойки. Помойка. Точно. Я Софи, это моя тупая история. Ну, рассказывай, ладно, я не буду читать ее, потому что смысла никакого нет в этой истории, так понимаю. Что, ты хочешь сесть? Чувак, я вообще тебе не рекомендую садиться вообще нигде. Здесь все может быть заражено. И войти нельзя. А у меня нет брони, кстати. Хотя я вроде крафтил ее. А может быть и нет. Так, ладно, давай все быстренько осматривать, что мы проходим. Урна для мусора. Еще какая-то шалупень. Чё, блядь? Ёб твою мать, это кто такие? Иди нахер.
Да идите вы в жопу, кто вы такие? Летающие букашки. О, блядь, кротокрыс. Мать твою, ты откуда вообще взялся-то? Да, не ожидал я такого положения событий. Вообще, я шел смотреть, что здесь блестит. Так, подожди, а где как в эту комнату мне войти-то? Никак, это был просто глюк. Ну ладно, пошли дальше. Это тоже... А, можно, ну-ка. Да, открыть, конечно. Ну, открой дверь. Что здесь интересного есть? Стопка. Как хорошо, что она заткнулась, а. Подушка. Зачем все это, непонятно. Так, а здесь что у нас? Настольная лампа. Ладно, пойдем до кемпа, уже дойдем и разберем весь хлам, потому что у нас уже больше 100 единиц какого-то говна. Изготовим на самом деле этот, как он? А, подожди, это же ящик. Мать твою, я ящик чуть не пропустил. Или я уже брал это все? Нет, смотри, здесь много всего. И чувак валяется. Так. Я нажала на кнопку. Да, привет. Ой, ладно, хрен с ним, пошли дальше. Как-то пустовато. Одни записи выживших, и кто это такие, непонятно. Просто люди, которые здесь жили, работали, и все какого-то хрена сдохли. Так, что в ящике? Ящик со взрывчаткой, между прочим, был. Блять, как же вот ты понимаешь, как все стрёмно. Непонятно, куда бежать, непонятно, зачем бежать. Ну, я понимаю, что нужно осмотреть аэропорт, конечно. Ну, пошли. А мне интересно... О, бля, это же опять это говно. Блять. Я не буду на тебя тратить, сука, патроны. Грёбаный ты толстер. Свинцовый лом. Отлично. Так, а здесь, по-моему, уже кто-то побывал. А, это собаки опять, блядь. Ну-ка, да, отстрели их, отстреляй в них. Да, это чей-то кемп. О, а верстак, разобрать предметы. Давай разберем предметы. Разобрать весь хлам. Отлично. Весь хлам разобрали. Управление временно отключено. Как понять, блядь, сервер недоступен? Что значит сервер не отвечает? Вы что, гоните? Ну как так-то? Сервер не отвечает. Да, вот тебе, блин, и приключения. Сервер временно, блядь, не отвечает. И ничего нельзя сделать, понимаешь? Итак, друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Потому что сервер, мать твою, не отвечает. Так что всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.